продолжаем рассказ о морских обитателях с нереальной внешностью и неземной красотой, но очень хорошо приспособившихся к жизни на нашей планете. Осьминог Дамба – это глубоководное животное, получившее свое название благодаря расположенным на мантии двум плавникам, которые напоминают слоновьи уши и помогают осьминогу передвигаться в воде. Он обитает на глубине до 7000 метров, где очень небольшие запасы еды. Пойманную добычу дамба предпочитает заглатывать целиком. При погоне за добычей или во время бегства от хищника это животное развивает невероятную скорость. То, что вы видите перед собой, самое настоящее животное – трубчатый многощетинковый морской червь новогодняя елка. Они распространены на небольшой глубине среди кораллов, в кристально чистой воде, бедной питательными веществами. На самом деле две елочки – это органы дыхания и пищеварения. С их помощью морской червь фильтрует воду, получая питательные вещества и кислород. Трубчатые многощетинковые черви почти не умеют плавать и ведут сидячий образ жизни. Эти существа выглядят как внеземные формы жизни, но они земляне и обитают в глубоководных каньонах около Калифорнии. Оболочники морская мухоловка – хищники, по внешнему виду похожи на наземные плотоядные растения, только живущие глубоко под водой. Они закрепляются на дне и спокойно ожидают, пока добыча проплывет рядом с их раздвинутой светящейся пастью. Как только добыча приблизится, оболочник тут же хватает ее. Эти существа не слишком разборчивы в питании. Розовый приседающий омар или омаровая фея – очень хрупкое, нежное и красивое создание, живущее в коралловых или скалистых рифах, в пористом теле гигантской губки. Небольшое 1,5-сантиметровое тело густо украшено самыми яркими цветами – розовый с различных оттенков, фиолетово-пурпурный, желтый. По сравнению с крупным телом, их прозрачные ножки становятся практически невидимыми. Несмотря на свое название, к омарам они имеют очень отдаленное отношение. Наиболее близкой родней являются раки-отшельники и фарфоровые крабы. Несмотря на название, никакого отношения к растениям эти животные не имеют. Морские лилии – класс иглокожих животных, родственный морским ежам и морским звездам. Они имеют пятилучевое радиальное строение и характерную для их предков ориентацию тела. Ротовая часть обращена кверху, а спинная сторона прикрепляется к грунту. Питаются эти водные животные взвесью микроорганизмов и мелкого планктона, а также фильтруют воду, улавливая частички пищи. Терновый венец – очень красивая морская звезда. Украшают ее поверхность ядовитые шипы длиной 3 см, небезопасные даже для человека. Укол достаточно болезненен и вызывает воспаление, судороги и рвоту. Яд может попасть в человека через рыб, которые питаются водорослями, отравленными ядовитыми выделениями терновых венцов. Такие отравления вызывают боли в горле, и человек перестает отличать горячее от холодного. Размером звезда с 0,5 метра, иногда даже больше. Главная опасность, которую несет с собой терновый венец, это уничтожение кораллов, оставляя от них лишь безжизненный скелет, который быстро разрушается водой. Часто португальского кораблика или физалию называют медузой, но это сифонофора, колония разных кишечно-полостных животных, живущих как единый слаженный организм, где каждый выполняет свою функцию. Тело физалии очень красивое, похожее на пузырь, наполненный газом, длиной около 20 см и переливающееся голубым, фиолетовым и пурпурным цветами. Оно находится над водой, что позволяет кораблику передвигаться под воздействием ветра или морских течений. От тела вниз идут длинные щупальца, имеющие стрекательные клетки с ядом паралитического действия, среди которых плавают маленькие окуньки. У людей яд вызывает сильные ожоги. Самая большая в мире медуза – арктическая циания или циания волосатая или львиная грива. Длина щупалец этих медуз может достигать 37 метров, а диаметр купола – до 2,5 метров. До рекордных размеров циания вырастает только в северных широтах. Большую часть времени цианеи парят у поверхности воды, периодически сокращая купол и делая взмахи краевыми лопастями. Щупальца медуз густо усажены стрекательными клетками и образуют густую ловчую сеть. Для охоты они объединяются в группы по 10 особей.
Арктическая циания не опасна для человека, но ее яд может вызвать аллергическую реакцию и, возможно, появление сыпи на коже. Полосатая крылатка, рыба-зебра, рыба-лев – название одной и той же рыбы. Особое благородство и изысканность образа ей придают большие грудные и спинные плавники с длинными лентами. Крылатки не только прекрасны, но и очень опасны. Несколько уколов, нанесенных их ядовитыми иглами, расположенными на плавниках, приводят к параличу скелетной и дыхательной мускулатуры. Правда, эти рыбы никогда не нападают первыми, но иногда она сама выступает в качестве вкусного обеда у более крупных рыб. Пугопарцинус – глубоководный червь. Этот удивительный обитатель океанских глубин, благодаря причудливому внешнему виду, известен как летающие ягодицы или напоминающий свиной зад. Внутренние сегменты тела пугопарцинуса наполнены газом, придавая им вид маленького воздушного шарика, парящего в толще воды. Рот плавающего червя плотно окружает облако слизи, которое помогает захватывать частицы проплывающей пищи и морского снега, продуктов распада органических веществ. Знакомьтесь, средиземноморский долгопер или подводная бабочка обитает на глубине до 100 метров. Это тяжелые, малоподвижные рыбы, большую часть жизни проводящие на дне и перемещающиеся по нему ползком, используя нижние свободные лучи грудных плавников. Лишь на короткий период долгоперы поднимаются к поверхности воды, и в это время их можно видеть парящими в воде с широко расправленными большими грудными плавниками веерообразной формы в светлых и темных поперечных полосах с синей каймой. Промыслового значения рыба не имеет, вылавливается рыбаками-любителями, содержится в океанариумах, не ядовит. Это забавное, почти мультяшное существо с хохолком попугая и глазами совы – планктонный кальмар. За неординарную внешность и полупрозрачное туловище его называют кальмар-какаду или кальмар-батискаф. Они ведут малоподвижный, размеренный образ жизни, ближе к морскому дну. Неподвижно застывшего в воде кальмара мелкая рыба принимает за камень, под которым можно укрыться, и сразу же попадает в объятия его цепких щупалец, не оставляющих ей шансов на освобождение. Молодое поколение предпочитает поверхностные воды, пронизанные солнечными лучами. Здесь полупрозрачное туловище кальмара в какаду становится почти невидимым для хищников. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.